Блин, бумаги нет. Да где бумага? Валера! Валера! Валера, сука! Где бумага? Валера, блядь! Валера! Валера, сука, сейчас говно по стенкам размажу! Да где бумага? Бумагу! Спасибо! Не за что! Зайчик, ну что ты нервничаешь? Ну, не переживай. А что там за хуйня, сука, блядь? Что, блядь, ему надо? Сука, кто это, блядь, пидор, ёбаный Георгий Иванович? Ты, блядь, как срёшь, сука, все, блядь, слышат. Что такое? Добрый день, можно мне пройти? Ты кто такой? Я лекарь, гинеколог. Какой нахуй гинеколог? Бачите, я сюда пришел с приводу вагітності. Какой, блядь, беременности? Вагітності. Где ваша дружина? Там. Вот ходим, будь ласка, туда и все выясним. Шмара, ты что, беременна? Здравствуйте, это телепроект «Вагитно у 16» и я ее телеведущая Афанасия Береза. Сегодня в нашем проекте история о двух молодых девушках нетрадиционной сексуальной ориентации. И главный вопрос – от кого она залетела? Пару комментариев от вас. Ну, мы обратились... Мы обратились в эту передачу, потому что у нас проблема. Мы не можем понять, от кого этот ребенок. Валера! Валера, сука, ты где? Валера, блядь! Спряталась, наверное. Валера, блядь! Валера! Валера, блядь! Ты что, беременна? Можно это проверить как-то? Та ніяких проблем. Я ж, розумієте, для цього сюди і прийшов. Давай, садись. Садись. Мабуть, зробимо так. Дайте, будь ласка. Ви мені скажіть, скільки вам років? 16. Був би я твоїм батьком? Давай, ти мене, будь ласка, відбійся, все буде нормально. Беременна. Блядь, от кого она, сука, залетела? Мы, блядь, предохраняемся. От кого? Так, жіночки, давайте, будь ласка, без цих спор. Дайте мені спокійно зробити свою роботу. Зараз мені треба встановити, на якому ти сроці, милочка. Блять, на каком, сука?
Надо было тебя с бара тогда забрать! Шкура! А вдруг он выпадет? Зажди на дочурочку. Доктор! Доктор! Я уже 5 лет не могу родить! Да что ж вы молчали? Пошли! Акушерка! Отец. Папа! И вот закончилась наша очередная история. До встречи на канале Дашани ТВ. Разводимся.